Да, какие эмоции закипели сейчас на тренерском мостике и там, и там. Да и не только на тренерском мостике, и на поле. Команды разряжают друг друга ноги Комиса в дубль. Боже мой, такое ощущение, что мы сегодня наблюдаем футбол двух игроков. Комисов первый раз был точен со стандарта. Сейчас Комисов был просто великолепен издали. Хороший гол Комисов забивает. Давайте еще раз посмотрим. Пробил, не, пробил просто пушкой страшный Комисов. И расчехлил он свою левую. И 2-2 сейчас становится. О, какой.